Выручайте! Кировчане вновь просят помощи в очистке территории. Свалка отходов появилась у офисных зданий по хлебозаводскому проезду. По словам директора управляющей компании «Заря», которая обслуживает эту территорию, с Нового года здесь не было ни одного мусоровоза. Хотя договор с региональным оператором заключен еще в 2019 году. А там прописано, что вывоз ТКО должны проводить раз в день. Все работы выполнялись согласно договору вплоть до конца декабря. Но с 1 января начались проблемы. С нашей стороны каждый день мы пишем, значит, заявление, фотографируем и отправляем на электронную почту в АО «Куприт». Но действий никаких нет до сих пор. Значит, сегодня вот 28 число, и обратите внимание, какого количества мусора скопилось.